Сегодня детская музыкальная школа номер 2 – это 936 учащихся, 68 сотрудников. В школе работает дружный, высокопрофессиональный педагогический коллектив. Все 47 преподавателей искренне любят детей и преданы музыкальному искусству. Многие из них отмечены правительственными наградами и грамотами. Ежегодно более 300 учащихся принимают участие в конкурсах различного уровня. 194 из них в 2015 году стали лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. За время своего существования школа подготовила свыше 2000 выпускников. Многие из них стали знаменитыми и востребованными музыкантами, работают в музыкальных учебных заведениях города и области. В нашей школе дети обучаются игре на фортепиано, синтезаторе, скрипке, виолончели, флейте, кларнете, саксофоне, трубе, валторне, баяне, аккордеоне, домре и балалайке. В настоящее время в стенах школы работают яркие самобытные коллективы. Академический хор и вокальные группы, ансамбль народных инструментов, струнный ансамбль преподавателей «Виола», ансамбль народной песни, детский духовой оркестр. Наша школа не только дает знания, но и воспитывает детей, учит их культуре, трудолюбию, дает ориентацию на профессию, позволяет общаться с замечательными творческими людьми. А самое главное, она дает возможность каждый день слышать волшебные звуки музыки.